Первый вопрос. Я буду говорить, что у нас нет договорных отношений. Не надо это говорить. Не надо. Не надо говорить про коды 643, 641, 801, не знаю, какие там чего. Это просто, это значит сразу мы передаем информацию, мы передаем, что перед вами глупый человек, да, который не в состоянии, да, есть такая информация. Информация есть, инструмента нет. Ну вот представьте себе, вот перед нами трактор, как это было в войну. Вот он есть, а ремонтировать нечем, не знают, нет инструмента. А ремонтировать одни женщины в колхозе, они даже не знают, как называется инструмент. Даже не знают, что такое ключ, да, на 18 там и так далее. Не понимают, как это все делать. Инструмента нет. Допустим, вы точно знаете, что надо делать, но нету инструмента. И вы не можете ничего с бабариками, с этими, ничего сделать. И для чего вы этот вопрос вытаскиваете? Только для того, чтобы показать, что вы беспомощные. Да, и вы это хотите сказать? Да, вы это доказали, да. Мы объявили суду, да. Что мы объявили суду, по сути? Да, ну вы же знаете, как было... Поскреби русского, и там найдешь, да, настоящего. Так и здесь. Если вас поскрести, что вы сказали? Вы сказали, что вы совершенно беспомощный человек. Да, беспомощный. То есть вас можно дурить как хочешь. А для чего мы лишнюю информацию даем против себя? Первое. Это вот первый случай, я вам сказал, про бабарики, или как они говорят там что-то, не знаю, чего они там говорят. Континентальное право. Угу. Да, все мы княжеского рода, у нас чего-то такое. Все князи, все князья, да. Ага. И, ну, графья, конечно, часть графья, остальные все князья, ваше сиятельство. Так, это никому ничего не дает, кроме того, чтобы показать, что мы глупые люди. То же самое, когда вперед всего вы выдвигаете, между нами нет договорных отношений. Ну, ну и что дальше? Вы думаете, что это что-то окажет какое-то действие, что-то что-то остановит? Нет, это просто показывает, что вы не понимаете роли. Роли. Да, нарушение. Ну, ну и что, нарушение? Да, нарушил, да. И что дальше? Что дальше? А дальше ничего. Да. Как мы будем противодействовать? Ага. Мы будем делать хитро, изощренно, умно. Некоторые пишут, воевать надо с умом, о, блин, оказывается, во как, ага. Сегодня я такой один из кинжальчиков выставляю, речь идет о том, о сроке, речь идет о 10 числе следующего месяца. Эта дата надумана, этот срок не существует. Мы считаем, что нет срока внесения платы, срока нет. Написано в законе, если иное не установлено, да, если иное не установлено, ага. Где? В договоре управления или решении общего собрания. Так, написано. Поэтому надо сначала проверить условия. Вот вы идете, например, ну не дай бог, да, где-то вы в командировке, вам нужно в туалет, идете, сначала проверяете условия, какая буква написана, М или Ж. Не потом, а сначала. Сначала прочитали, что у вас там в договоре или в решении общего собрания. Они приложены ни договора, ни какого-то решения общего собрания. То есть проверить невозможно. Вот вы подходите, написано туалет, буквы нет. Возникают серьезные риски. Точно такая же картина у нас. Мы говорим, срока нет. Срока нет. И потому что для этого надо сначала проверить. Если нет возможности проверить, то... А тут мы вспоминаем статью 60. Она за нас.